Всем привет! Вот такая у нас погода замечательная. Как говорится, май месяц на дворе. У нас тут снег пошел вдруг. Зима началась, да? Видно все? Какие-то завалы начались. Видео новое у нас про что будет. Королла, которую Рома купил у меня с канала Автором. Ссылку я оставлю в описании и в название добавлю. С ней произошла неприятность. Ну, неприятность какого плана? Как бы не по нашей вине. Мы там, ну, можно сказать, и не знали, что с машиной. Мы продавали их как бы в закрытую, да? Ну, в каком плане? То, что мы сами ничего не знали, мы людям говорили, как бы есть глаза, смотрите и так далее. И вот, кстати, у Романа есть уже видео на эту тему. Он ее выставил на продажу, хотел просто помыть и продать. Вот, ну так получилось, что приехал клиент, хотел забрать ее за 200. Он ее забрал у нас за 180. И появился какой-то звук в моторе. Вот, Роман стал переживать, короче. Ну, да, я думаю, что я знаю эти короллы, как бы. В них деньги есть всегда. Ну, и поэтому я Роману говорю, ну, давай, как бы, я назад заберу ее. Он говорит, ну, как бы, не вопрос, забирай. 170 рублей, говорит. И будь счастливым обладателем этой самой Toyota Corolla белого цвета с 120-м кузове вот этого автопарка «Подснежник». Видео, кстати, вот здесь я где-то размещу, как они к нам все попали. И как даже Рома покупал ее. И, собственно, вот Рома отправил ее, уже отправил ее на эвакуаторе сюда. Сейчас я ему переведу деньги за машину. И, собственно, пойдем встречать машину. Ну, как-то так. Что я с ней буду делать, я еще не решил, но сейчас мы ее с эвакуатора разгрузим. И я вам все расскажу и покажу. Я переведу Роме 175 тысяч рублей. Вот он. Приехал автомобиль Toyota Corolla. Ага, спасибо. Документики. Все у нас онлайн, без встречи. Я просто Роме деньги перевел. Документы, вот. Вот машина. Сейчас мы ее сгрузим. Но я вам покажу поподробнее о ней. Что никто ее долго не видел. Как бы он мне там не снес Хонду. Но вот такие пироги. Должна вроде работать. Да. Эвакуаторщик тоже говорит, а что он, типа, заводится, не заводится. Рома сказал, заводится. Шумит тут. Ладно, сейчас покажу. Что могу сказать? Вот она, Corolla. Год 2002. Мотор вот так работает. В принципе, звука нету. Газу чуть-чуть даешь, появляется звук. Не знаю, вот что. Сейчас, короче, план какой. Пип здесь уже не надо, помыть не надо, она уже мытая. Сейчас есть сосед у нас, Игорь, тоже пацан, перекуп. Предложу ему там хотя бы, ну, плюс какие-то деньги. Заберет? Ну, заберет. Нет. Значит, есть у меня, в принципе, механик, который филдера делал. И пускай делает, как говорится, мотор. В принципе, вот так нормально работает. Есть какой-то звучок, но не критично. Салончик вот такой, целый, нормальный. Вот так все. Но это у Ромы, по-моему, было там уже. Он показывал весь все это. Литишка. Резина, правда, летняя, но такого трэша нету. Ничего. Вот это бы, конечно, оттереть. Это скотч, я так понимаю, двусторонний. Но уже, как говорится, не до хорошего. Здесь тоже, в принципе, ничего. Ни дыма нету, ничего. А двигатель, вот слышно, да? Как бы трэша-то нету. Есть какой-то звучок, но не страшно. А так, в принципе, можно уехать на ней. Но я бы не рискнул, наверное. Также, если что, отправлять на эвакуаторе. Сейчас, короче, на дром 200 рублей. Кто заберет, заберет. Нет, но буду, значит, ремонтировать. Ну и сейчас там соседу предложу туда-сюда. Может быть, кто-нибудь и рискнет себе забрать. Или, может, тут механики есть. В группе там где-нибудь. Ну, короче, не знаю, сейчас буду подумать, посмотреть. Вот такая вот байда у нас. Роману привет. Вот здесь тоже надо бы все это затыкать, по идее. Крыша. А здесь резинка стояла, была наклеена. Короче, вот такая мутатень. Ладно, что, пойду объявление размещать на
сайт продаж. Пацаны хотят съесть. Ой, забыл корову. Пойдем посмотреть, что там. Не, зря туда поставил, что. Да сосед там нервничает. Ну, не, я-то тебе просто сказал, ты с ним только мешать будешь. Все, давай прокатим. Ну, если это возможно, лети. Катись. Разваливается на глазах глушак, ну там его вроде подваривали. Не так-то едет она, что? Не, ну я ему сказал, братан, я продаю машину с убитым мотором, чтобы потом... А? Ну что-то у нее кемеровский, а... в смысле у хозяина, по-моему, это... Ну или брали ее, я не знаю, короче, она у нее учет в Новосибирске. Ну, раньше можно же было, сейчас нельзя. Ну, давай, не, ну-ка. Все, уезжает корова. 185 рублей. Не знаю, как пацаны поют, но они в Кемерово с таким мотором. Ну, как бы у всех понимание есть, что он может не доехать. Слава богу, все понимают. Я думаю, вопросов не будет. Друзья, ну а мы на этом будем заканчивать. Понимаю, что видео такое короткое. Но странным образом получилось. Два раза заработали на одной тачке. Два раза. Все, до новых встреч.